выращивание перца в открытом грунте актуально для всех стран СНГ. В сегодняшней аудиостатье вы узнаете, как вырастить перец в открытом грунте в Беларуси, правильная технология посадки и ухода для получения 100% урожая. О пользе сладкого перца известно почти каждому. Сладкая культура используется для употребления в сыром виде, с блюдами и гарниром, приготовленными на пару, в духовке или обжаренная, а также в консервациях и солениях. Как же вырастить сладкий перец в открытом грунте? Разумным будет прибегнуть к посадке перца на рассаду с последующей пересадкой в открытый грунт Беларуси. Перед посевом перца на рассаду нужно определиться с выбором семян. Хорошие семена должны быть плотными, не размокать, не всплывать при замачивании и не быть поврежденными. Сорта перцев для открытого грунта: Боссанова, Титан, Лолита, Ярослав, Кубик Же. Как посадить семена перца на рассаду? Схема посадки сладкого перца позволяет прорастить как можно больше семян. Перед посадкой материал для посева замачивают в подсоленной воде, проводя отбор некачественных семян, после чего обрабатывается в 1% растворе марганцовки. Схема посадки семян перца. После обработки семена высаживают почечную смесь на глубину 1,5 см. Перцу нужен правильный уход, чтобы взойти. Уход за перцем. Поливать, опрыскивать при жаркой погоде, рыхлить почечную смесь, притенять от прямых солнечных лучей, но не полностью закрывать от освещения, пикировать, подкармливать после пикировки, контролировать влажность воздуха. Оптимальная влажность воздуха при посадке в легкие почечные смеси 70%, но для формирования плодов уже в открытом грунте понадобится влажность воздуха выше 80%. Пикируют рассаду перца перед выращиванием в открытом грунте на стадии формирования 4-5 полноценных листочков. Из остальных практических советов, которые позволят улучшить развитие перца и подготовить их к посадке в открытый грунт, подкормка и рыхление почечной смеси после пикировки. Чем подкармливать перец после пикировки? Для подкормки перца после пикировки и до высадки в открытый грунт в Беларуси используют комплексные минеральные удобрения, усиливающие прорастание и формирование зеленой массы. В этом случае лучше использовать больше азотных компонентов, чтобы пересадить в открытый грунт Беларуси полноценно развитую рассаду. Оптимальные варианты подкормок перца: 20 грамм аммиачной селитры, 60 грамм суперфосфата, 20 грамм хлористого калия, 1,20 птичий помет. Органические удобрения нужно вносить лишь в разбавленном виде, стараясь удобрять под растения без попадания на листья. Рекомендована органика после пикировки и пересадки в открытый грунт, а в период вегетации нужно проводить один раз в 2 недели, не более. При плодоношении органика не используется. Поддерживаемая кислотность почвы для открытого грунта на территории Беларуси 6,6 pH.